Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Chess Games. Сегодня я буду играть на сайте lichess.org Bullet Party 1+0. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ну а мы начинаем. Блин, мы все жертвуем. Играем сюда. Блин, дали слона, ну ладно, ничего. Ладно, здесь уже. Идем сюда. Далее сюда. Грозит мат. А хотя не, можем сами дальше. Блин, здесь медленно играем, очень. Здесь есть, мы выиграли, несмотря на это. Идем дальше. Идем сюда. А, берем. Смело у нас. Но все равно мы должны его выиграть. Блин. Сюда. Где же все? Ладно, здесь же за. Здесь мы проиграли. Идем дальше. Bullet Party на Lichess играть сложно, особенно за черных. Но меня расстраивает то, что... Но меня только расстраивает то, что я играю только черными. Мне больше никакие фигуры не попадаются. Соперники плюс быстро играют. И это очень обидно будет. 2-0. Разменяемся, ничего. Так. Блин. Тут так. Ничего. Ж3. Везя на Ж2 и ладина. Так, и С5. С5. С4. Так. 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 Играй булат ночью напролет. Здесь я сделал немного ошибок.
Так, сюда. Мы опять выиграли. Так, идем дальше. D4, C4. Так, играем сюда. Ничего. Сюда атакуем. Правильно играть не можешь. Так, далее играем ферзь b4. Сюда. Отдаю все фигуры на это. Так, идем так. Слон f1. Чувствую как-то, что у нас позиция улучшается. Так, атакуем. Сюда. Мог бы ладья e8 сначала. Ну все, в этой партии мы хорошо выиграли. Так, идем еще и партии играем. Блин, ладно, здесь грозит мат, но защиты больше нет. Эту партию мы сдали. Ну, идем к следующей партии. Бесит, что всегда попадается черная фигура, это очень надоедает. Кажется, партия отменится. Или нет? Да, партия отменилась. Идем к следующей партии. Надеюсь, попадется белая фигура. Я люблю ход d4 очень. Берем и далее слон b5. Очень медленно играет наш. Так, это нам плюс. Должен наслаждаться этим. Так, идем дальше. Сюда. Опа. Конь e6. Конь d2, правда, есть. Ну и далее сюда.
Так, сюда. Так. Вот тупой сами. Ему сначала нужно было быстро, да? Чтобы сейчас он мог думать. Ну все. Здесь мы выиграли, дорогие друзья. Нам дали плюс 7. Так, дорогие друзья, надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, дорогие друзья. И всем пока.